Всем привет, с вами Вадим Зыкс, и в 2020 я покажу, что можешь купить, ну, считай, на 511 рублей и прожить хотя бы 3-4 денька, заебись. Вот. Пойдем, короче, поехали. Что мы взяли? Во-первых, ну как же без макарон? Вот они, 3 пачки макарон. Третий. Ну, без хлеба никак. А черники заебись. Хорошо. Нужно мясо? Да пожалуйста. Тушеночка. Где-то 84 рубля. Вот эту я взял по скидке. Это хорошая. 119, а так она стоит 200 с чем-то. То есть, смотрите, у нас есть 2 банки тушенки. Это уже вот это 2 дня кушаешь. Тоже можно растянуть на супчик, еще на что-то. Так, ну себя побаловать надо. Квасик. Ну это, да, в принципе, денька 3-4 можно прожить будет. Что у нас здесь? Себя балуем. Бананчики где-то, ну, выше, может, рублей на 45. Сюда кидаем. Как же без яблок? Сейчас осень, скоро зима. Витамины нужны. И где-то, ну, килограмм 4 картошечки. Вот такой хорошенько, большой. Вот так 2 пакетика. Здесь у нас. Вот. Ну, где-то 4, может, 4,5. Хотя, мне кажется, может быть и наебывают. Но в итоге мы закупились на 511 рублей. Ну, ну, почти 5 дней можно жрать. И хорошо жрать. Эта рубрика еще была старая. А сейчас как бы вот она... Ну, я решил такой видосик записать. А почему нет, если есть возможность. Все. Увидимся. Ставьте лайк, подписывайтесь там. Пишите комменты, дизлайки. То, что... Короче, что хотите, то и делать. Увидимся. Пока-пока.